Это фото было сделано 17 мая 1965 года. Фотографу удалось запечатлеть момент взятия ворот футболистами карагандинского «Шахтера». Этот матч на Кубок СССР вошел в историю футбола шахтерской столицы. Горняки встретились на своем поле с одной из сильнейших команд страны – московским «Торпедо». Стадион был заполнен до отказа. В острой напряженной игре со счетом 1-0 победил «Шахтер». Наша команда вышла в 1/8 финала Кубка СССР. Это был большой успех карагандинского футбола.